Подрядчики, которые занимаются уборкой снега в Кирове, закупили 10 машин спецтехники. Это позволит им лучше работать, считают в администрации города. Там же рассказали, что со 2 января с улиц областного центра было вывезено больше 70 тысяч кубических метров снега. Из 8 подрядных организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, к снеговывозке подключились 6. Контроль за ними осуществляют специалисты дирекции дорожного хозяйства. Они же круглосуточно дежурят на полигонах, куда вывозится снег с улиц города, сообщили в муниципалитете. Также создана специальная рабочая группа, которая следит за тем, как чистят дороги Кирова. Работа ведется, привлекаем как и инспекторские службы территориальных управлений, сотрудники государственной инспекции дорожного движения нам оказывают содействие. Поэтому надеемся, что ситуация изменится, и обращаемся повторно к автолюбителям, чтобы они обращали внимание на ту информацию, которую мы размещаем на сайте администрации города Кирова.